История акционерного общества «Росагаз» началась четверть века назад, в уже далеком 1998 году, когда Мирнинский район вступал в новую фазу развития вместе со всей страной. Общество создали с целью привлечения инвестиций для завершения строительства магистрального газопровода «Мирный-Айхал-Удачный» и газоснабжения алмазодобывающих предприятий акционерной компании «Алроса» и Мирнинского района в целом, а также для обустройства и эксплуатации среднебутуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Давайте вспомним первых сотрудников. Их было семеро. Панов Анатолий Иванович, генеральный директор. Бок о бок с ним трудились и созидали Ветвицкая Любовь Константиновна, Биттер Татьяна Ивановна, Родюшкин Леонид Митрофанович, Порохня Михаил Иванович, Касьянова Марина Геннадьевна и Старостин Михаил Юрьевич. За 25 лет жизни общества произошло много важных событий. Газифицированы объекты компании «Алроса» и Мирнинского района, начата газификация частного жилого сектора, стартовал проект перевода автотранспорта акционерной компании «Алроса» на газомоторное топливо. В городе Мирном и поселке Айхал действуют автомобильные, газонаполнительные, компрессорные станции. На протяжении своего существования «Алросагаз» принимает активное участие в делах, значимых для района и компании. В октябре 2021 года газотранспортную систему вывели во вновь созданное предприятие ООО «Айхалтрансгаз» под управлением генерального директора Иванищева Алексея Анатольевича. Разделение активов произошло, но человеческие связи остались такими же крепкими. История «Алросагаз» непосредственно связана с людьми, которые теперь трудятся в «Айхалтрансгаз». Рука об руку с коллегами-газотранспортниками «Алросагаз» живет и развивается. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от коллектива «Айхалтрансгаз», от себя лично поздравляю вас с 25-летием со дня образования общества. Желаю вам стабильности, смелых и правильных решений, хороших проектов, которые дополнительно дадут развитию нашему региону. Искренние слова благодарности хочу выразить ветеранам «Алросагаз», заложивших крепкий фундамент, который сегодня надежно работает для обеспечения газом населения и промышленных предприятий Мирнинского района. Мы, «Айхалтрансгаз», новое предприятие, но и для нас это значимый день ввиду того, что многие работники нашего общества, работая в «Алросагаз», внесли большой вклад в развитие общества. Искренне поздравляю вас с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и удачи. В дальнейших планах модернизация основного производства. Это большая и нужная работа. А также строительство нового объекта, установки комплексной подготовки газа и газового конденсата. Это улучшит качество поставляемого газа, удовлетворит растущую потребность в голубом топливе и увеличит надежность газоснабжения района. К тому же новый объект повысит промышленную и экологическую безопасность производства в целом. «Алросагаз» ведет производственную деятельность на территории среднебутуобинского месторождения по добыче природного газа и газового конденсата. В эксплуатации находится 11 скважин, более 300 километров промысловых трубопроводов, установка комплексной подготовки газа с резервуарным парком. В планах общества одно из основных – это строительство установки комплексной подготовки газа, отвечающей всем требованиям промышленной безопасности. На сегодня организация эксплуатирует установку комплексной подготовки газа, введенную в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор многое изменилось в нормативных документациях. В настоящее время данная установка не отвечает современным требованиям. В связи с этим было принято решение о строительстве новой установки комплексной подготовки газа, отвечающей всем современным требованиям по промышленной безопасности и качеству продукции. На сегодняшний день ведется детальная проработка стратегического развития нашего общества на последующие годы. И в связи с перспективами ведем поиск дополнительных запасов газа на наше месторождение. В долгосрочной перспективе работаем над заключением договоров с достаточно крупными потребителями газа,
Ну и не стоим на месте, прорабатываем другие амбициозные и интересные проекты по развитию нашего общества в различных направлениях. В планах общества строительство на Среднебутовинском месторождении благоустроенного вахтового жилого комплекса для обеспечения работников достойными санитарно-бытовыми условиями и производственной базы с организацией рабочих мест, отвечающих современным нормам условий труда. Сотрудники общества, жители Мирнинского района, многие из них работают в «Алросагаз» 20 и более лет. Коллектив исполняет свои обязательства перед городом и регионом в любую погоду, несмотря на суровый климат Крайнего Севера. Крепкий костяк дает силы двигаться вперед в любых обстоятельствах и находить выход из самых сложных ситуаций. Коллектив «Алросагаз» — это теплое сердце всего Мирнинского района. Акционерное общество «Алросагаз» сегодня – единственное газодобывающее предприятие, осуществляющее добычу газа для Мирнинского района и алмазной промышленности Республики Саха. Поздравляю с четвертьвековым юбилеем всех, кто стоял у истоков создания компании «Алросагаз», всех, кто создавал историю нашего общества. Примите мой низкий поклон, уважение и благодарность.